Насколько я знаю, это ваше первое интервью для советского телевидения. Да. Можете мне поверить, вы вызываете громадный интерес наших телезрителей, поклонников Володи. Они недоумевают, кто вы такая, как вы познакомились. Мы встретились с Володей в Сан-Диего в 89 году. Я снимала коммерческий фильм для одной зарубежной телекомпании, а он был в это время в Америке с небольшим турне. Мы познакомились, а потом я гостила в СССР, и мы поженились. Вот так. Кто вы? Чем занимаетесь? Ваше хобби? Я жена. А это мой ребенок. Таким образом, я еще и мама. А вообще-то я студентка, учусь на телевизионном и кинофакультете колледжа в Сан-Диего. Мое хобби — спорт. Вы планируете постоянно жить в СССР? Это, может, провокационный вопрос, но его задают все поклонники Кузьмина, музыканта. Творческая работа Володи здесь, и здесь наш дом. Ну, мы постараемся побольше путешествовать. Вы смелая женщина. Я знаю. Я обязана ей быть. 20-21 февраля наши концерты состоятся здесь, во Дворце молодежи. Я всех приглашаю, желающих смотреть нашу новую программу, которой, кстати, будет много старых песен, которые уже давно забыли, а многие их просто не знают. Но они наши любимые песни. Yeah.